Наступающий, Ольга Константиновна. Простите, ради бога, соль не будет у вас. Ну, конечно, Коль, проходи. Да нет, что там, мне просто Катька соль послала купить, а мне Леня завтра вернул. Тогда тем более проходи, а то бокал поднять не с кем. А тебе хоть счастья пожелаю. Эй, правда, что там? Спасибо, Ольга Константиновна. Вот тебе соль. Спасибо, Ольга Константиновна. Давай-ка по глоточку. Глоток, конечно. У меня свое вино облепиховое. Это вы еще кому столько наготовили-то? Так Юрка завтра приезжает. Да ладно. Думала, до Нового года успеет. Не получается. Давай какой-нибудь пирожки с курагой пробуем. Юрка приезжает? Угу. Так сколько лет-то прошло уже? Может, не надо на меня пирожки тратить? Да ладно, у меня много наготовлено. Всем хватит. Ну что, Ольга Константиновна, с Новым годом. Давай. Счастья тебе. Спасибо. А вы что еще? Отбивные, что ли, делали? Ой, целый день у плиты. У меня вон еще салатик есть, будешь? Да нет, пирожков хватит. Как там Катька-то? Да по наклонной катится Катька. Шучу, все в порядке у нее. Может, что, помочь им, нет? Да нет, не надо. Ёпанкарь. Ольга Константиновна, вы что? Композитор крутой, Игорь, если я не буду, я ключ. Ты ебанулся там на кухне на полу, чё? Ольга, если я не буду, Константиновна. Она мертвая? Тебе тоже так показалось? Ты пришел, когда так было уже, может, милицию надо вызвать? Не, не надо вызывать, это я ее убил. В смысле? Ну, я нечаянно. Коль, блядь. Ну, там топорик лежал на столе, она ко мне спиной повернулась. Ну, что-то там искала, копошилась, но я и звезданул ее. Я в шутку, Кай. Блядь, я обосрусь сейчас от смеха. Юморись, блядь. Тебя в зеркало в кривой лет на 15 упекут. Не, ну как, специально она повернулась. Спровоцировала меня. Это самооборона получилась. Ты что, дебил? Я не знаю, может быть. Ничего, блядь. Тебя ж посадят. Коль. Колечка. Я что-то сделать одна буду без тебя. А может, спрячемся куда-нибудь, бежим? Давай выпьем. Давай. Давай только к нам пойдем, а? Не, здесь будем. Пока проблемы не решим. Свет надо выключить. И дверь закрыть. Что за седой такой?
Он что, красился, что ли? За один год же седой стал. Да что, они все там разноцветные. Как радуга. Уж покрасится. Что ты думаешь, Билан? Что у него фамилия, как ты говоришь? Не был бы он там Коля Веревкин или Вася Петин. Я так понимаю, я уважал бы его. Человек с такой сраной фамилией пробился. И же этот, Николай Носков. Вот певец. Я что, фамилию поменял, сразу же все поняли. О, наш человек, давай его двигать по своим каналам. Не знаю, мне кажется, так говорят люди, которые завидуют. Ну, конечно, ты права. Это во мне зависть говорит, точно. Меня-то никто не двигает. А то бы я тоже сейчас пел, не своим голосом. Мы с тобой мечтатели! Не ори, мы такие разные! Я просто люблю тебя! Я просто бегу за тобой! Звук потише сделай. Молебен тут устраиваете под Билан? Сереж, плохо нам. Умерла она. Здорово. Иди сюда, гладиатор. Как мы сейчас? Что случилось? Сереж, я нечаянно. На столе топор лежал. Она ко мне спиной повернулась, как будто специально. Ну и спровоцировала меня. Это самозащита получается. Я Катя всегда говорил, что ты дебил. Я знаю, она мне передавала. Выйди и Катю сюда позови. Кать! Кать, тебя Сережа на кухню зовет. Сереж, я боюсь. Ладно, тогда дебил пусть девушка на кухне посторожит. А мы в комнате поговорим. Ну что, красился, что ли? Седой совсем стал, в один год посидел. Сереж, я тебя спросить хотела. Как ты думаешь, Билан из этих? Не знаю, не задумывался. Да не надо, не задумайся, Сереж. А он тебе нужен? Кто, Билан? У тебя что, выход на него есть? Да нет, этот дебилый кусок тебе нужен. Можем на него повесить все. Скажешь, что пришла, он уже убил. А я скажу, что в гостях был свидетель. Свидетель, что ты никуда не выходила. Не, нехорошо. Нечестно. Да вообще не по-людски как-то это. Согласен. Это же не он убил. Это мы все втроем навалились. Тогда расчленяй. Салат будешь еще? А ты что думаешь, Билан из этих? Как ты жрать-то можешь тут? Ну что там? Говорить надо расчленять. Ну ладно. Ну тогда утром не управимся. Ты давай постарайся мне к 6 на работу. Это мать моя. Всегда на 2 часа раньше приходит. О, Господи. Чей это он седой-то? Он красился раньше. Сейчас перестал. А вот вы что, как думаете, Билан из этих? Из каких из этих? Из татар, что ли? Ты Тимати Татарин, а Билан из Кабардино-Балкарии. Да я совсем не то спросил. Тимати Татарин? Вот тебе новости, я думал, он еврей. Ну, с чего этого взяли там Равитрова? Да потому что все у него. Сам лысый поет по-иностранному. Тогда Коль тоже еврей. У него все через жопу, он лысеет, а когда поет, вообще непонятно, чего, особенно когда пьяный. Не, если у него все через жопу, то он Билан.
Смотрите-ка, веселый. Не заплакать бы вам. А че это вы на язык угроз-то перешли? Вам вообще благодарить нас надо, что мы в ваши проблемы-то вписываемся. Угу. Это я не знаю, что это ты убил. Чего? Ничего. А Катьку говорила Коленьку, все на себя взять. Чего? Подставить его решили? Только я не дам. Мам, вот что ты. Молчи. Весь папаша бестолочь посадская. Говорила тебе, не женись на стерве, живи с матерью. Нет, нашел себе женушку, веревки с тебя вьет, еще и Тимати делает. Если так дальше пойдет, я из него Билан сделаю. Мы мечтатели, мы такие разные. Не поясничай. А про твои делишки я наслышана, вот ты где у меня. Где? Вот! Я сейчас уйду, сами будете расчленять. Сереж. Каль. Коля. Тимати. Показалось. Расчленять он будет, умник. Ну, нарубишь ты ее на куски. А потом что, с этим холодцом по городу будешь бегать, да? А отпечатки пальцев? Кислоту ее надо растворить. А потом кости собакам набросать. Тогда батю будем ждать. У него две канистры с кислотой. Он же химик, технолог. А чего ты он седой стал? За год посидел. Для нас, для всех это загадка. А ты еще про Билана спроси. А что тебе Билан? Мальчик из Кабардино, Балкария. Талантом пробился. Чего ты говоришь? А ты вот лучше объясни, как ты женщину кончил? Я нечаянно. Понятно. А что ты делаешь вид, что не понимаешь-то? Это Сергей убил, и с Катькой уговорили Коленьку на себя взять. Снова здорово. Сынок ваш дебил. Только он мог без мотива женщину убить. Катька бы деньги взяла. Как минимум. Я бы квартиру на себя переписал. Может, выгода какая-то была. А так прийти по темечку хряснуть от души. Это только Коленька и мог. Так, Катьки въехал, жирует, на всем готов. Ее самого замочить, дело с концом. Ребят, пожалуйста, сделайте уже что-нибудь. Мне завтра на работу в 6 утра. А что мы будем делать? Что нам делать? Пусть Коля что-нибудь и делает. Что мы за него впрягаемся постоянно? Нет, что мне делать-то? Я не так много могу. Мы с тобой мечтатели, мы такие разные. Здорово, Юрка, наконец-то. Юрка, с Новым годом, кабаняка! Проходи, Юр, что ты стоишь как стукан? А я тебе говорил, он сегодня приедет. Лен не дождется. А мать где? Сейчас придет. Ты давай сейчас пока угощайся. Вы что? На. Сожрали уже все, что ли? Да я несу, я несу. Ты че? Подожди. На, возьми нож, слышишь? Глаза, глаза ему надо выкрутить, глаза! Пакет ему на голову надень. Деревый пакет! Другой давай! Дети, другой-то возьми! Тихо-тихо-тихо! От сердечка! Шнуром, шнуром, давай там! Давай шнуром! Продолжение зависит от нашей общей энергии и труда. От нашего единства и ответственности. От нашего стремления сделать как можно больше полезного. Мы, народ России, сможем уверенно идти вперед, противостоять любым испытаниям, решать самые сложные задачи, строить сильное, успешное государство, современное, благополучное и свободное общество. Желаю всем здоровья, любви и счастья. Пусть рождаются дети. Да снимите его с меня. Все добрые пути. Пусть в каждом доме, в каждой нашей семье горит радость.
Крепкий орешек. С праздником вас. С новым 2013 годом. Новый год пропустим, пап. Наливай шампанское. А фужеры? Ой, фужеры! Кому еще? Салатик подложить. Давай мне ложечку. Все, все. Все. Сыночку. Мой тоже хватит. Чур, я тост скажу. Мам. Я вам всем желаю здоровья. Правильно. Да, давайте. Без здоровья и счастья не будет. Кончай жрать, когда я говорю. Я желаю нам чистого неба и свежего хлеба. Да. Катька, береги Коленьку, ладно? Ладно, мы себя береги, что мы рвем, главное нервы. А ты женись давай, Серега. Семья это, нужно это. Кислотой сначала. А сжечь их надо вместе с квартирой. Я по телевизору смотрела. Вот так надо сделать, если по уму. Маш, правда? А то мы пока кишки по пакетам фасовать будем, сами блюемся, ничего не сделаем. Угу. Значит так. Свет. Это все выключаем. Берем молоток. И уезжаем все на дачу. Потом друг другу свидетельствуем, чтобы гуляли вместе. На следующий день ночью Коленька возвращается и зарекает нахрен эту квартирку. Ага. Так эти же испортятся? Не испортятся. Мы окно откроем, сквозняк будет, все продует. У нас алиби будет. Угу. Ну что, поехали? Мне надо 6 утра на работу. Давай. Да, Катюн, да. Осторожно. Давай, давай. Тихо. Осторожно, стекла. Блин! Молоток. Взяли. Чем тебя сбили? Мне показалось. Ты охуел, что ли, совсем? А? Ребят, мы Тимати сбили. Бля, что за пиздец-то совсем? Да ну он же не специально, ну! Ладно, ладно, там по дороге сбросим труп с моста. Это я точно нечаянно? Ой, господи. Мы с тобой мечтатели, мы с тобою счастливы, разделяя небо. Разделяя небо на двоих, разделяя небо.